Всім привіт! Почнемо наш останній випуск з Майорки, а точніше сказати, третій. У цьому випуску ми перемістимося на північний захід острова, де я вам покажу неймовірний мис Форментор. Це якби гори у поєднанні з морем. Далі буде незрівняний серпантин поміж цими горами. Та доїдемо до пляжа з такою ж назвою – Пладжа де Форментор. В усі ці місця я добираюсь на громадському транспорті, що може бути і вам в користь, якщо ви на острові без машини. Також в кінці відео буде повний бюджет цієї поїздки, яку ви теж само можете повторити. Ну що ж, поїхали, друзі! Привіт! Вот сам пляж, прикольно, с такими зонтиками, шезлонгами. Мой шезлонг под деревом, я себе не брал в аренду, я... Нет. Всем доброе утро. Субботнее утро. Иду на автостанцию. Не выспался, лег поздно, проснулся рано утром, сейчас 7:20, вот утренняя пальма субботняя, движения немного, но есть. Вчера, я думаю, было живее, вчера все-таки пятница была, рабочий день, а сегодня так себе. Так, тут возле автостанции, вот сзади автостанции есть как сквер такой. Можно посидеть, отдохнуть. И сейчас я буду спускаться вниз. Я на автостанции Intermodal в Пальме. Вот сажусь на автобус 301 и еду до Порт де Поленса. Там уже скажу, на какую остановку я вышел. И что дальше делать, как добраться до мыса Форментора. Вот как раз сейчас посадка, через 5 минут уезжаем. Заезжаем в город Поленка. Этот город расположен у подножия гор, получается. С обоих сторон тут город. Следующая остановка будет как раз порт де Поленка, где я и буду выходить. Деревья просто делают настроение этой улицы. Такие зеленые-зеленые. Ну, конечно же, горы. Я вышел на остановке Порт де Поленка. Вот так она выглядит. И отсюда же через часик будет уезжать автобус на мыс Форментор. На мыс Форментор автобусов не так много. Что-то один в час или в полтора часа уезжает. Так что важно не пропустить его. А я пока иду попью кофе где-то, позавтракаю и вернусь сюда. Собака убежала от хозяина. Словил. Как мило. Еще один парень гуляет с двумя собачками. Напоминаю, это север острова. Северо-запад. Вот кафешки уже открыты. Так, решил я все-таки зайти в кафе позавтракать. Взял такую яичницу на завтрак с беконом.
тостерами, апельсиновый сок и американо. Все это за 6,95. Кафе называется Долг Сапобла. Открывается в 7 часов утра. Так что тут очень хорошо позавтракать. Оценка на гугле у них 4,5 или 4,6. Это очень хорошо. И находится в 3 минутах ходьбы от остановки. От конца улицы. Уже там остановка, где я выходил и где я сейчас буду садиться. Так что советую. Так, вот автобус, который едет нам из Форментор и на пляж Форментор. 334 маршрут. Будем садиться. Выехал спорт де Паленко. Я так понимаю, что тут один автобус на этом маршруте, потому что тут два автобуса вряд ли могут разминуться. Поэтому он доезжает, наверное, до конечной и обратно. Так, скоро буду выходить. Остановка называется Мирадор. Дел Коломер. Тут очень много велосипедистов. Так, все, мы приехали. Так, автобус оставил нас на этой остановке. Мирадор де Коломбер называется. Вот велосипедист. И вот нужно переходить дорогу и идти туда. А вот там смотровая площадка. Там еще есть дорога дальше, там есть пляж. Ну, туда я поеду после того, как посмотрю тут все виды, прогуляюсь. Вот велосипедисты, они тут паркуются, и там велосипедисты, и тут. Вау, какой тут вид открывается. Вау. Боже, как красиво. Этот памятник в честь итальянского архитектора Антонио Паретти, который в 30-х годах построил настоящее произведение инженерного искусства, дорогу, по которой я сюда доехал. Она же тянется к концу острова, где расположен очень инстаграмный маяк и не менее трогательные смотровые площадки. Кто-то шапку свою, панамку свою потерял. Вот по такой дороге поднимаемся дальше. Дальше и дальше. На самый верх. Очень жарко. Я не представляю, как тут летом находиться. Хочу быстрее на пляж. Покупаться уже. Бомбезная красота. Даже не верится, что я такое вижу. Просто без слов. Кстати, почти все тут в шортах. Мало людей в штанах, шортах и футболке.
Вот по этой дороге. Я буду идти пешком, либо поеду на автобусе. Сейчас посмотрю по расписанию. Буду ехать дальше на пляж Форментор. Сажусь же я на этот автобус и еду дальше до пляжа Форментор. На этой же остановке. 334 маршрут. Очень осторожно поворачивает. Поворот. Козочки. Машина сдает назад. Проехал автобус. По этой дороге также можно пройтись пешком. Приехал я на конечную. Сейчас вам покажу, как тут все вокруг выглядит и куда идти на пляж. Так, вот это конечная автобуса. Если ехать дальше, то это к маяку. Вот прямо-прямо куда велосипедисты. А автобус останавливается тут, тут у него конечная. 334 автобус. И вот знак. Кап де Форментор, это к маяку. И вот вы видите, если идти направо, то на пляж. Вот туда на пляж. Вы видите, тут какая природа. Тут всякие растения, всякие деревья. Под тенечком, потихоньку дойдем до пляжа. Я уже на пляже. Сейчас буду искать место, где мне расположиться. Вот тут общественный туалет. Абсолютно чистый, бесплатный. Не так, как у нас, например, на всяких пляжах. Туалет грязный, неприятные запахи, еще и платный. И вот сам пляж. Как видите, вода просто идеально чистая. Людей немного пока что. А там есть шезлонги, надеюсь, они бесплатные. Очень красиво. Либо можно идти дальше. Да, вода не такая бирюзовая, как на вчерашнем пляже, но тоже отлично. Дальше вроде бы особо ничего нету, просто пляж. Смотрю, что тут. Так, гамаки и зонтики не бесплатные. Вот расценки. Один шезлонг на день стоит 9 евро. Один зонтик и два шезлонга на день стоят 28 евро. И 1 евро safe deposit box. Дороговато, даже просто шезлонг 9 евро. Дороговато. Поэтому найду-ка я место просто под тенечком на моем малюсеньком полотенечке. А пока пойду куплю тут воду, пиво. Тоже тут, наверное, будут бешеные цены сейчас. А мы с Форменторе, кстати, водичка 0,5 стоила 2 евро. Интересно, сколько тут.
Я так и думаю. Так, за пиво и за воду 6,5 евро. Санька. Так, ну что ж, я на новом пляже. Пляж Форментор. Тут вокруг скальные горы. Тут песок. Длинная коса. Тут уже намного больше людей. Какая-то цивилизация. Есть даже интернет 4G. Тут, смотрю, приплывают яхты. Кафе, есть общественный туалет, я уже показывал, бесплатный. И вот покажу вам. Вода чистая-чистая, но не такая бирюзовая. Кстати, сегодня попрохладнее, я бы сказал, чем вчера, чем на вчерашнем пляже. Я заходил, по сути, два раза только, потому что холодновато. Вот сам пляж, прикольный, с такими зонтиками, шезлонгами. Мой шезлонг под деревом, я себе не брал в аренду, мне стало жалко заплатить 9 евро, потому что я даже не планирую целый день. Я планирую чуть позже поехать в Пальму и там еще погулять, потому что завтра уже вылет. Так, заход вот тут из камней. И дальше уже сразу же песок начинается. Так, покажу вам мой шезлонг. У меня маленькое полотенце, небольшое. Вот это все мое место. Весь мой шезлонг. Ну, когда заходишь, тепленькая еще водичка. Чуть подальше уже холодное-холодное. Мне тут очень понравился. Тут окруженный горами, деревья такие. Так, иду обратно на остановку к автобусу. Через минут 5 отправляется автобус в порт де Поленса. Ждем. Приехал в город Порт де Поленко, погуляю чуть-чуть по нему и попозже поеду в Пальму. А сейчас хочу сходить посмотреть порт. Так, а вот и порт. Набережная. Прогуляемся вдоль берега. Какой большой мужик и какой маленький велик. Лодочки моторные. О, там бассейн. Классно. Велосипедисты паркуются. Пляж тоже чистый, смотрите, какой песок. Светлый такой. Мусора нет. Так, а вот он пляж. Там бассейн с водой, а тут пляж. Ну, тут вода не такая чистая, конечно. Смотрите, какая набережная красивая. Все уложено тут. Мусора нет. Скамейки. Кусты. Пальмы. Пляж. Бассейны. Кафешки. Некоторые вообще забиты полностью. Песок чистый. Горы окружают. Яхты. Прям город мечта. Удивил меня этот город. Вот тут магазинчики всякие. Ну, тут розеточка есть, можно подзарядить. Вот тоже пирс такой красивенький.
с пальмами. Люди купаются. Так, заказал кебаб, картошку и колу за 7,95. Это большая порция. Маленькая порция 5,95. Это на 2 евро дороже. Но так выглядит кафе. King Kebab называется. Так, тут все мясо. Сейчас будем пробовать. Так, ну все, я наелся. Кебаб был очень большой. Большая порция, скорее всего, можно и на двоих, если вы не прям сильно голодны. А так я наелся на целый вечер. Вот покажу вам, как выглядит с улицы. Вот King Kebab пиццерия. Вот так. Так, а я буду идти дальше. Так, я был в местном Лидле. Скупил всю испанскую колбасу, которая там была. И хочу вам показать небольшой обзорчик. Так, я купил вот такую колбасу. Одна палка на 500 грамм. Вот 500 грамм. Это испанская вот такая колбаса. Одна палка стоит 3,49. Да, 3,49. Дальше. Тут написано хамон кочидо. Вот такие две упаковки. Шли вместе. Это стоит 2,89. Это за две упаковки. Каждая по 225 грамм. Дальше вот такие колбаски свиные. Тут вот нарисовано свинушка. За вот эти две упаковки мне обошлись в 2,69. И еще я купил вот такую упаковку колбасок. 440 грамм. И эта упаковка стоила евро 79. Так, только что тут пришла девушка, зашла, поэтому был небольшой шум. И вот чек. И круассаны у меня, 3 круассана обычных, простых. Вот чек. И общая сумма 15,80. Так что завтра приеду, прилечу, вернее, в Бухарест. И будем пробовать. А я в хостеле, в своей комнате. Так, покажу вам сейчас, как выглядит хостел. Диванчики вот тут вот, нумерация комнат. И самое интересное, что есть лифты, и даже их 3 штуки. И сейчас доберемся на лифте. Хочу вам показать террасу, где розовые диванчики. Так, спускаемся на первый этаж. Мы сейчас на втором. Так, мы на первом. И вот эта терраса. Вот там мое окно на втором этаже. А тут первый этаж. Вот так все выглядит. Вот там девочка моет зубы. Чистит, вернее. Вот тут пепельница есть, кто хочет покурить. Люди выходят, общаются. Тут деревья. Красиво очень. Красиво, по-современному. Современный хостел. Все чисто, уютненько. Ну, как-то так. Так, будем спускаться вниз. Погуляем еще чуть-чуть по вечернему городу. Гуляю по ночной пальме. Улочки, какая-то церковь. Не размеров, конечно, собора основного Санта-Мария Ла Сео, но тоже очень красиво.
И дома такие тут восхитительные. Архитектура такая старая-старая. Так, еще одна достопримечательность. Санта Эулалия де Чутат, Майорка. Фонари с таким очень теплым-теплым светом очень подходит к этому собору. Создают такой какой-то магический стиль этому собору. Да, там кто-то выступает. Видимо, какая-то местная группа. Вот там люди уже, ну, небольшая толпа, но есть. И вроде бы можно спуститься, там никто ничего не проверяет. Хочу подбить итоги моего путешествия. Получается, полдня четверга, целый день пятница, целый день сегодняшний, суббота, и завтра утром уже вылетаю, 2,5 дня. Мне кажется, что за 2,5 дня я успел увидеть достаточно. Мои общие впечатления от Пальмы. Это остров чисто для туристов. Но я имею в виду, что тут очень много отдыхающих, очень много кафешек, очень много ресторанов, очень много всяких магазинов, много машин, все доступно. Например, общественный транспорт очень продуманный. Заходишь на сайт, там все поминутно расписано, что да как, и это реально соответствует тому. Пляжи просто взрыв мозга. Просто взрыв мозга. Пляжи тут настолько они красивые. Мы с Форминтор. Это обязательно, что вам нужно увидеть. И недорого, кстати. Что самое главное, например, для меня. И недорого. Поэтому я Пальму советую. Я определенно влюбился в Пальму. Определенно сюда вернусь. Так, Пальма утром. 7:15 утра. Остановка находится возле моего хостела. 10 минут пешком. И остановка называется Алессандри Росселло. Вот отсюда едет мой автобус. Даже тут на экранчике написано, что вот А1 будет через 3 минуты. Проезд 5 евро стоит. Так, едет мой автобус в аэропорт. Так, дали вот такой билетик. Сказали, что только кэшем, карточкой нельзя. Аэропорт Майорки. Получается, на втором этаже, куда автобус привозит, там весь этаж заполнен кафешками, стойками на чекин. А если у вас уже есть чекин, либо вы там сделали его на втором этаже, поднимайтесь на эскалаторе на третий этаж. И вот тут багажный контроль уже. И дальше паспортный контроль, duty free и выход к своему гейту.